Всем привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. В прошлой части мы с вами строили мой дом, прям весь. И в этой части мы с вами поедем за украшениями. Кто не смотрел, как мы это все делали, обязательно посмотрите. Мы берем меня, нам нужны коробки, потому что, я думаю, нам мы много очень всего накупим. Поэтому мы заходим сюда и выбираем несколько коробок, вот такие две. Думаю, туда много чего поместится. Все, давайте в руки коробки. И погнали на шопинг. И вот, очень красивый город. Я вижу магазин, в котором можно купить много чего для дома. Мы туда сразу едем. Кстати, это прям топовый магазин, мне в нем все нравится. Так что, походу, мы сейчас с вами все там скупим. Вау, мы приехали. Всем привет. И что я сразу вижу? Это кактусы, которые мне очень тоже нужны. Мне вот эти два нравятся, думаю, я их возьму. Ложка, это гениально, тоже беру. Это разные подушки. Можно взять, кстати, пару, вот, можно желтую и черную взять. Лампочка, какашка, конечно, берем. Как же, куда без нее просто? Такие часы, мне нравятся, можно взять. О, набор маленьких кактусов, конечно, берем. Часы, лампа. Ну, лампа мне нравится, можно ее взять. Мистер Подушка, иди отсюда. Выгоняю мистера Подушка из его же магазина. Это вазы. Возьмем белую одну. Дальше подушки. Можно такие черненькие взять. Все еще. Возьмем деревце. Возьмем такую картину. И, в принципе, все. Дальше что? Дальше переходим. Тут можно разные подарки упаковывать. Это роза. Можно ее взять. Это такие картинки, но они мне не очень нравятся, поэтому можно их не брать. Но свинья, мы ее берем. У меня все помещается, отлично. Это тарелочки, которые мы тоже, естественно, берем. Можно даже все. Стулья. Еще разные скульптуры тоже берем. Ой, а здесь деньги можно снимать. Ура, денежки. Свечки. Мы возьмем черные свечки. Прям топовые. Они мне очень нравятся. Светильники. Возьму вот этот. И, в принципе, тут больше ничего нету. Какая-то одежда на втором этаже, но она нам не нужна. Оплачивать мы этой, конечно же, не будем. Ой, отдайте ребенку ананас. А, все, мы готовы. Идем дальше. Для начала мы это все отнесем домой, потому что, мне кажется, больше туда ничего не поместится. Мы в какой-то другой дом зашли. И вломились кому-то в дом. Шок-контент. Это не наш дом. Тут какие-то слаймеры живут, походу. Мы уже приехали. Выгружаем все, что мы накупили. Посмотрите, сколько. Кладем. И нам нужны новые две коробки. Ой, у меня на голове ваза почему-то стояла. Две коробочки. Ура, берем. Раз, два. В ручки. И... идемте дальше шопиться. Без денег, без оплаты. Вот поедем в молл. Вот я, вот. А где мои две коробки? Я не поняла. Ладно, купим новые. Тут у нас магазин электроники. В принципе, можно что-то купить. Например, телефон какой-нибудь. Давайте пакет возьмем, чтобы у нас было, куда это все складывать. О, тележка. Хорошо. Тележка и пакет. Берем вот такой планшет. Такой телефон. Платить нам нечем? О, какой-то вот кошелек. Давайте картой заплатим. Ура! У нас кошелек теперь, мы не бедные. Мы даже заплатили, представляете? Как думаете, что-нибудь взять? Мне кажется, можно взять котика. Пшикалка. Вот, платим какой-то картой. Я не знаю, что это карта. Мы даже два раза заплатили. Погнали дальше. На второй этаж. Итак, я приехала, у нас тут одна коробка со мной приехала, так что можно куда положить. Мы пришли в магазин. А где вся одежда? А, мы же ее сами забрали. Я про это забыла, тут осталось совсем чуть-чуть. Вот это кофта, очки, шляпа, вот такая штука есть. Кстати, мы же построили в прошлом видео свой магазин одежды. Может быть, мы туда как раз и поедем закупаться? Это же будет логично. Тут есть две такие маски, мы их тоже берем. Обкрадываем спа-салон. В детском отделе нам ничего не надо. Все, а едем закупаться мы в наш магазин одежды. Представляете? Погнали. Вот наш розовый магазин одежды, идем туда. Хорошо, мы приехали. Так, оставим тут. Мое заведение, поэтому я тут могу хозяйничать, как хочу. Мы это все
Забираем. Просто берем, забираем это все. Оп, оп. Я надеюсь, никто не хотел это ничего купить, потому что я это все забрала себе. Буду это сама носить, потому что одежда это реально топовая, просто обожаю. А все не помещается больше. Где коробка? Где коробка, в которую мы дальше складывать будем? Вот она. Кепки. Это все тоже складываем. Вот тут у нас еще ободки лежат. Секретные места. А, вот еще одежда. Ее мы тоже собираем. Ой, я переоделась зачем-то. Опять. Все, поехали. Поехали домой. Теперь это мы все будем расставлять. Я дома. Вот еще тележка и коробки, которые я добыла. Я добытчица. Пойдемте сразу одежду вешать в наш гардероб. Я предлагаю все ободочки убирать вот в этот шкафчик. А одежду вешать. Вот кепочки не надо. Вот два ободочка. Платьишки. Это не платье, ну ладно. Все развешиваем. Это у нас масочки. Не знаю, куда я их положу. Надо будет сделать какую-нибудь полочку в ванной. О, цветок сюда можно поставить как раз. Это мой телефон, который я купила. Это ободок. Мы его сюда вот. Это ваза. Здесь сюда можно поставить. Еще ободок. Сколько же мы всего накупили? Это же можно вечность все развешивать. У нас две одинаковые. Ну ладно. А все, больше некуда повесить. Вот это убираем. Все, у нас тут планшет. И больше нам это не нужно. Убираем. Это вот такая огромная штука. Я так не разобралась, что это. Это халаты. Я думаю, что их надо повесить будет в ванной, чтобы они прям уже сразу там висели. Это щеточка. И еще щеточка. Хорошо, больше коробка нам это не нужна, мы ее можем убирать. Я предлагаю вам сделать сейчас еще дополнительную полочку в ванной. Какую-нибудь такую. На эту полочку мы это все и уберем. И еще один крем. Полотенце и халаты мы повесим. Знаете, куда мы их повесим? На вот такую штуку. Правда, не знаю, куда я ее повешу. Не дотянусь до нее, ну ладно. Нормально. И два. Ладно, повесим два халата. Или не надо? Нет, стоп, я придумала идею получше. А халаты? Халаты! Эй! Халатов теперь нету. Видимо. Давайте полотенца и маски уберем сюда. Как раз оставшиеся полотенца тоже уберем. И вот эти щеточки мы тоже их сюда убираем. Берем другую, следующую коробочку. Здесь уже, по-моему, раз для дома разные штуки. Оп, какашка-лампа сразу нашла свое место. Какая-то фигурка. Он закрывает за картиной. Еще цветочек топовый. Берем, 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 берем. Ставим куда-нибудь сюда. И тут у меня еще есть место, куда я поставлю свечки. Мне картина мешает под ним. А, не, не надо. И так нормально. Во, теперь хорошо. Дальше ставим свечку. Ананас. Не, ананас не нравится мне. И кактус. Не помещается. Еще подушка. Еще подушка. Тут тарелок у нас куча. Еще подушка. Это разные цветы, это часы. Я думаю, что в этой комнате уже все, здесь уже ничего не надо. Поэтому собираем все, что мне еще надо, в коробку и спускаемся вниз. Все, мы приехали на первый этаж, куда мы и будем разные штуки расставлять. Мы, кстати, можем вот на эту полочку еще что-то поставить. Я не совсем забыла. Разные подушечки. Эй, отдай ободок. Спасибо. Я его зачем-то положила, ладно. А мы, кстати, унесли зачем-то тарелочки. Они же должны были быть на кухне. Ну, ладно, теперь будут не на кухне. Кактус ставим. Картина ставим. Роза ставим, конечно. Лампа ставим. Цветок, мне кажется, убираем. Он мне не нравится больше. Маленький цветок ставим. Кактус ставим на стол. Идем дальше. Тут уже все заставлено. Тут все заставлено. А, нет, осталось декорировать только вот этот маленький. Ну, получается, что? Ну, часы. Куда часы можно повесить? А часы просто так не повесишь, походу. Крепление нужно. Вот сюда я бы повесила их. Интересно, есть ли для часов крепление? На это можно повесить или нельзя? О, можно, только это очень странно висит. Тогда можно картину повесить. Спускаем. Картину можно. Вот, ну, странно очень, но
Пусть лучше будет так. Мне нравится, в принципе. Что у нас осталось? У нас осталась свинья. Еще ложка. Вот, давайте свинью с ложкой поставим. И тарелочки, которые я просто отнесу сейчас на кухню. Я думаю, что все. Мы все уже сделали. Кстати, лифт прозрачный. Вау. Ребята, если вам понравилось декорировать мой дом со мной, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ну а с вами была Алиса Че. Всем пока!